Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Тренд Кино. Сегодня вам предстоит увидеть сериал под названием «Пищеблок». Сюжет. Пока вся страна следит за Олимпиадой 80, в пионерском лагере «Буревестник» на Волге происходят странные события. Дети загадочно исчезают по ночам, а потом возвращаются, но совсем не такими, как прежде. Увлеченные летней свободой и друг другом вожатые не замечают, как в их отрядах оживают страшные пионерские легенды, а руководство лагеря делает вид, что все в порядке. Разбираться в тайнах «Буревестника» придется мальчику Валерке и вожатому Игорю. Для начала им предстоит понять, остался ли в лагере хоть кто-то, кому можно доверять. Пятая серия. План срывается. Валерка с подругой оказывается запертым в пищеблоке. Ему предстоит защитить ее от серпа Ивановича. Он пробует его кровь и становится сам стратилатом. А серп Иванович сгорает. Смена заканчивается. Когда проявится вампирская сущность у Валеры? Игорь обещает не бросать его и помочь, если будет нужно. Шестая серия. Лёва и его друзья в душе хулиганы, но по внешнему виду их не отличить от настоящих тимуровцев. Они ходят с ледяными мертвыми глазами, но носят белые рубашки и тутюженные галстуки. Дорогие подписчики, не забываем поставить лайк, оставить комментарий и подписаться к каналу.